Стас, смотри. Записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Часть нас, ОМОН, кем отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск, сводный отряд, тоже распиздошены, но они в самом Гостомеле отходить не могут. У них 200-е и 300-е. Передайте в округ. Необходима поддержка, помощь, то есть нас надо вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть.